SCP-586. Неописуемый объектив. Класс объекта беззубый. Особые условия содержания. Для SCP-586 отведено отдельное хранилище в Фиме аме 4. Квач от хранилища можно получить в главном офисе с разрешения доктора Засекречена. Более никаких особых мэр для объекта не требуется. Описание. SCP-586 Небольшой объект из медали бледно-зеленого цвета. Аномальные свояки объекта были обнаружены случайно. В любовном предложении, написанном об этом объекте, будет сделана, по крайней мере, одна опечатка, точнее, одно или несколько слив будет заменено неверным. На фотографии ⁇ Воображение SCP-586 ⁇ Отчет об опыте 586А. В этом опыте часть этого предложения данные утомлены. Отчет об опыте 586Б. Был проведен опыт с целью восстановления. Есть ли у SCP-586 радиус эффективности? Сотрудника класса D усадили в метре от объекта и дали заклание написать контрольную фразу. Съешь еще этих мягких французских булок. Да выпечаю. чаю. Второму сотруднику класса Д, находящемуся в данной удалены. Далее флюорографию объекта и попросили описать его письменно. Результат один. Съешь еще этих мягких французских булок, да выпечаю. Результат 2. Похоже на кусок садового шланга. Отчет об опыте 586C. 10 сотрудников класса D писали на бумаге предложение «это вещь». Все 10 написали предложение без ошибок. Тем же сотрудникам показали объект и попросили описать его с помощью вышеуказанного предложения. Результаты. Это лещ. Бета вещь. Это клещ. Это меч. Место есть. Витамин. Вето есть. Это месть. Перелезть. И данные усилены. Отчет об опыте 586D. Людей, от рождения говорящих на японском, суахиле, латуне и арабском, попросили описать объект на родном языке. В каждом полученном описании были минимум одно слово на соответствующем кава-казаке, которые автор не хотел включать в текст. Примечание. В последний раз говорю, еще раз сдадите отчет с кучей опечаток. Мой офис слишком склизко к 586. Не аргумент. У него нет зоны действия. Согласно отчету 586-П, если не писать на самом объекте, эффект не продлевается. Следующего, кто будет валить вино, вино за свои описки на объект отправлю на объекты Клаксона Китер. Доктор засекречена.